участник сегодняшних прослушиваний приехал на кастинг из села Кайнар Карагандинской области Казахстана. В свободное время Еляман любит петь и помогает родителям в хозяйстве. Я же работаю втрое сутки. 3 дня отдыхаем, а сутки работаем. И за эти 3 дня я стараюсь быть в тоях, в мероприятиях. В свободное время я пишу музыку. И так проходит все день. Без музыки никак, я не могу без музыки. Даже когда я в армии был, тоже музыка рядом ходила все время. Всем привет. Приветствую. Меня зовут Еляман, я из города Караганды. Мне 22. Здравствуйте, Еляман. Работаете наверняка уже где-нибудь? Да, я работаю спасателем. Вау! Я пожарный спасатель в городе Караганды, СПЧ-17. Проходили уже через настоящий огонь? Конечно, проходил. Сколько людей вы спасли? 13. 13 человек? Я хочу поаплодировать в преддверии номера. Спасибо. В преддверии номера всем пожарным нашей страны и всей Центральной Азии. Спасибо за ваш труд, ребята. Так, хорошо. Что вы нам сегодня покажете? Я сегодня принес свою авторскую песню. И с вашего позволения исполню с удовольствием. Мы будем рады ее услышать. Я желаю вам удачи. Давайте. Спасибо. Darling, what am I without you? I need to, darling, how will I be without you? I only love you, I only love you. Da 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 da, da 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 da. I need to, darling, what am I without you? I need to, darling. I will live without you. I only love you. I only love you. Da la la Leila. Da la la Leila. Whoa. Эляман, это было так необычно, красиво и профессионально. Мне так понравилось ваше исполнение. У нас есть хорошие примеры в нашей стране. Такие ребята, как Джахали. Да, вот. Я вот увидел такой некий такой микс. Тут и индийские ситары пошли. Вот что-то вот от Востока. Вот. Я не разочаровался. Единственное мое пожелание, может быть, просто вот на эту музыку сделать все-таки
текст на русском, на казахском языках. Еляман, ну а я позволю себе немножко с нашим аксакалом. Немножко не соглашусь, на самом деле надо ставить большие перед собой высоты и покорять, конечно, и родину тоже, и всю Центральную Азию, весь мир. Поэтому спасибо тебе большое за прекрасную песню. Спасибо. Это моя звезда, я ему скажу «да». Что? Спасибо. Очень красивая песня, я говорю «да». Спасибо большое. Спасибо. Ну, это талантливо. Я сегодня ему говорю «да». Спасибо большое. Виктор, спасибо. Твоя песня, ну это просто будущий международный хит. Дай бог, чтобы так было. Я тебе говорю «да». У тебя четыре «да». Спасибо большое. Ты проходишь следующий тур. Спасибо большое. Молодец! Ну чё? Я обожаю этого мальчика. Я не думал, что моя песня пойдет. А музыка твоя? Музыка все моя. Это хитера. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.